Ну, я в своих мыслях только могу объяснить, вот это, почему он ко мне прижался, вот это. Вот салюты, когда делают, салюты, собаки разбегаются вот этого, бу, от этого грохота. Я думаю, да что это такое? Чего это может быть такое? Что это такое? Потом я так подумал, а может несколько, миллион лет, наша же планета миллион лет она рождалась. И вот когда-то в миллион лет эти животные были, людей еще не было, не существовало. И вот в миллион лет вот этот грохот, это какая-то комета мощная куда-то упала, вот грохот появился, грохот. Грохот очень большой был по... Особенно вот на нашей планете грохот был, вот да, потому что зверь, а это инстинкт, он передается через как, ну, через века, через тысячи лет передается инстинкт вот этот. И вот это я сейчас хочу, вот ну, мне просто не дают вот это сейчас, вот этот... Стрелок странный взял, перестрелял моих собак, да? Мол, собаки кусаются, там что-то делают. Но мои собаки не окусят никого, да? И вот я хочу сейчас понять. Они вот, эти собаки, рождаются. Я хочу... Не одну собачку надо какую-то поймать, чтобы она мне что-то рассказала. Но я пока эту собачку не могу поймать. Да и у меня этот эксперимент едва ли получится. Почему не получится? Потому что стрелки моих собак убивают. Вы знаете, миллиард можно собак вырастить. Очень много. Ну, чтобы вот этот взять экземпляр один, и чтобы она тебе объяснила, вот эта собачка, это очень трудный процесс. Вот взять бы вот Павлова, там изучал. Это, ну как вот, секундная стрелка вот так прошмыгнулась, секундная стрелка, да? Вот у Павлова все, что он изучил, вот и все. А это надо поколениями изучать. Ну просто записывать книжки, эти книжки передаются тогда, потом эти дали. А у нас же как что получается в книжках? У нас книжки пишут, да, например. Тот слово добавил, то наврал это. Короче, это не книжка, это дерьмо. В итоге она в конце-то получается в дерьме. И что, ну это бизнес у нас. Что-то кто-то что-то на чем-то хочет. И вот этот пишет.